Добрый день, уважаемые дамы и господа, а также товарищи. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». И вашему вниманию предлагается трехкомнатная квартира в центре практически города Александров. Пятый этаж пятиэтажного относительного нового жилого дома по адресу город Александров, Владимирская область, улица Свердлова, дом 36. В шаговой доступности все. Рынок, вокзал, автобусные остановки, госучреждения и т.д. и т.п. Ваше внимание, отдельный вход, отдельная парковочка. Вид на дом и прилегающую территорию внутри двора. Входная группа в подъезд, если можно так выразиться. Все чистенько, аккуратненько. Цветочки на окнах. У нас квартира на пятом этаже. Вход на лестничную площадку. Обратите внимание, все чисто, аккуратно. Ну и, собственно, вход в квартиру. Две двери у нас, большой коридор. Подробная техническая информация будет описана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru. Рутуб, Ютуб, Телеграм, Яндекс.Дзен каналах. Вашему вниманию. Кухня. Газовый счетчик. Все подготовлено к ремонту. То есть частично ремонт сделан. Санузел, пожалуйста. Но тут не очень видно. На фотографиях посмотрите. Свет сейчас не знаю, где включить. Вот сейчас получше. Значит, то есть тут у нас два санузла получается. Один большой коридор, комната. Подробная техническая информация будет написана в тексте объявления под данным видео. Стоимость также будет указана в тексте объявления под данным видео. Прекраснейший вариант. Центр города Александров, Владимирская область. Пятый этаж пятиэтажного кирпичного жилого дома. Ваше внимание. Сейчас еще в санузел зайдем. О, прекрасно. Прекрасно. Джакузи практически. И еще две комнаты. Окна у нас и во двор, и на улицу Свердлова. Но основная часть окон во двор. Стоимость будет в тексте под данным видео. ЖД вокзал. Госучреждения, супермаркеты, больница, детские сады, школы. Все в шаговой доступности. И подробная техническая информация также будет указана в тексте объявления под данным видео. Площадь и т.д. и т.п. Собственный газовый счетчик, уважаемые дамы и господа. Ну и вот на лоджию давайте. Сейчас мы с вами посмотрим. Вид с лоджии, с балкона. Еще раз напомню, территория огорожена. Трехкомнатная квартира. Без внутренней отделки. Город Александров, Владимирская область. 100 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому направлению. Улица Свердлова, дом 36. Ну, под себя все можно делать. Проводочка уже, как вы можете наблюдать, электрика разведена. В основной части стены подготовлены. Приезжайте, смотрите, покупайте.